Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале «Мы в Испании», мы находимся в Испании и рассказываем об этой удивительной стране. А сегодня я хочу вам рассказать об инвестициях, которые можно сделать в Испании, приумножить и сохранить и приумножить свои средства, как это реализовать с помощью нашей компании SolarLine. Мы работаем в Испании и, соответственно, предлагаем различные способы инвестиций через вложение в солнечную энергетику. Все прекрасно знают, что Испания 300-320 дней в году солнце, и эти солнечные дни можно использовать очень выгодно для выработки энергии, солнечной энергии. У нас сейчас есть несколько проектов, у нас есть проекты на продаже, у нас есть совместные проекты, мы можем продавать долю наших проектов. Эта тема сейчас очень активно расходится в интернете, то есть очень многие передают и рассказывают про инвестиции, но очень мало информации, как все это сделать и безопасно, и действительно либо сохранит эти деньги. Об этом мы сейчас поговорим. Это направление бизнеса очень интересное, потому что сейчас те солнечные станции, которые мы строим, у них гарантийный срок эксплуатации порядка 30 лет. Гарантия на солнечные панели уже последней станции, которую мы монтируем, 30 лет. Инвертора 15 лет. Но пока таких существенных проблем мы за время эксплуатации не замечаем. Есть какие-то элементы, о которых мы рассказываем на своем втором канале, посвященном именно солнечной энергетике. Это канал ГС Электро, ссылка будет сверху. Или под видео. Все эти моменты выгодно, то есть вы в порядка от 3 до 6 лет окупаете все свои инвестиции и все остальное время получаете прибыль. Почему майнинг, почему солнечная энергия? Часть энергии вы получаете от солнца, а майнинг позволяет выработать значительно больше средств, заработать средств, потому что криптовалюта, мир криптовалюты только развивается, это все перспективная тема, и криптовалюты появляются ежедневно различные, и, соответственно, от того, какую валюту майнить, это нельзя сказать, что сегодня там завершилось или сегодня упали, произошел халвинг и упала прибыль на биткоин, но при этом появились другие криптовалюты, которые прибыль выросла там до 1000 раз. Конечно, я прекрасно понимаю, что это волатильный рынок, но помимо этого, все-таки майнинг приносит постоянный доход. Если этим грамотно заниматься, если отслеживать все тенденции и все вливания, которые происходят во всем мире, соответственно, на это можно заработать. Если вам это интересно и вы хотите заняться именно инвестированием в солнечные панели и в майнинг-центры, обращайтесь, пожалуйста. Но сразу хочу предупредить, что здесь много информации очень конфиденциальной, и все тонкости я, конечно, рассказывать не буду. Порядок обращения такой. Мы сразу заключаем договор по продвижению, по договор на инвестиции. Если вы действительно заинтересованы, мы с вами уже общаемся открыто, как бизнес-партнерами. Если вы хотите узнать, что делается и как, мы, к сожалению, может быть, для вас, к счастью для нас, мы этой информацией не делимся, потому что мы на этом зарабатываем, мы на этом построили свой бизнес, и, соответственно, это наш заработок, наш хлеб. Каждый человек зарабатывает, пекарь на выпекании хлеба, мы зарабатываем на солнечной энергетике, потому что у нас есть соответствующее образование. Мы в этой сфере более 30 лет уже, и надеюсь, что вам это будет интересно, и я вас убедил, что солнечная энергетика и мир криптовалют, это будет только развиваться в ближайшее время, и на этом можно очень приятно проинвестировать и заработать средства, находясь в Испании, и жить, любоваться морем и, соответственно, зарабатывать в этой замечательной стране. С вами был я, Алексей. Всем удачи, добра и позитива, как обычно. Пишите все ссылки под видео. До новых встреч!